Накануне Дня металлурга нардепы проинспектировали сразу несколько объектов социальной сферы в Мариуполе. В частности, детсад в поселке Волонтеровка, больницу скорой помощи и детское инфекционное отделение одной из городских больниц. Все они находятся под патронатом холдинга «Мединвест» и МКК «Ильича». Горно-металлургический комплекс «Украина» – это становой хребет нашей экономики. Горно-металлургический комплекс сегодня – это наполнение бюджета, это развитие городов, это строительство инфраструктуры, это стабильность и процветание нашей страны. Сегодня мы еще раз благодарим всех сотрудников, всех работников, металлургов, корняков –